У ведущего химика нового цеха Анны Дородных 17 сентября день рождения. Лучшего подарка в праздник не придумать. Теперь специалист-биотехнолог работает в новейшей лаборатории и создает инновационный продукт. С помощью ультрасовременного аналитического оборудования Анна контролирует изготовление лекарств на всех стадиях производства. У нас используются хроматографы, жидкостные и газовые. Это для количественного анализа высокоточного, количественного определения количественного содержания основных веществ. Также посторонние примеси будем осуществлять, респирабельную фракцию. То есть очень-очень много наименований показателей. В новом цехе будут выпускать лекарства для лечения бронхолегочных заболеваний в форме пульмопорошков. В конце вспомогательные помещения. Здесь вот хроматографы, по-моему, 4, тут 3, да. И здесь это хранение реактивов. В ближайшее время на производстве создадут 134 новых рабочих места. В Курске виден ритм развития, отметили гости из Москвы. Приятно удивлена. Мы все понимаем, что уже нам достаточно зависеть от поставок иностранных препаратов. Уже нам нужно иметь все свое, чтобы страна была полностью обеспечена за счет своих специалистов, своих предприятий, своего потенциала научного и опыта. После ввода в эксплуатацию данного цеха предприятие станет ведущим в России производителем препаратов для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей. Екатерина Худякова, Геннадий Воробьев, телеканал «Сеим».